Госпожа, как вы приказывали, в главном саду накрыли столы. Пришли ваши шахзаде и все дочери. Они хотят поздравить вас и поцеловать вам руку. Пусть войдут. Мехмед, мой смелый шахзаде. Светлого вам праздника Рамадан, Валиде. Спасибо. И тебе. Валиде? Мурат, мой храбрый шахзаде. С праздником вас, Валиде! Что с твоей бровью? Опять подрался? Нет, я не дрался. Это во время тренировки. Правда, на тренировке с Баязидом, Валиде. С праздником, Валиде. И тебя, прекрасная Айше. Фатьма, Гевхерхан, подойдите. Касым, мой маленький львенок, иди сюда. Эй, Джан, Мелики, принесите двойняшек. Ибрагим. Атике. Пусть Всевышний защитит вас. Машала. В праздник я молю Аллаха, госпожа, чтобы их судьба была прекрасна, как их лица, иншалла. Аминь, хаджага. Аминь. А где Осман, хаджага? Лишь Аллах ведает, куда он подевался. Машалла, шахзаде. У вас не только острый ум, но и очень сильная рука. Вы повзрослели. Только ты замечаешь это, Лала. Ни мой отец-повелитель, ни матушка Кесем Султан не замечают этого. Мне уже давно пора ехать в Санджак. Ну что вы, шахзаде, вам не стоит говорить об этом при посторонних. По нашей традиции, все шахзаде уезжают в Санджаке, набираются опыта. Это же ты говорил? Да, конечно же, я говорил, но лишь повелитель может принять решение. Это полностью в его власти. Поэтому, шахзаде, не рассказывайте никому о своем недовольстве. Упаси Аллах. В прошлом многие юные шахзаде лишились жизни из-за этого. Шахзаде Осман Хазрат Лири, о Аллах! Шахзаде, осторожнее, а то случится несчастье. Матушка зовет. Лала Амерафенди, вы в добром ли здравии, иншалла? Вашими молитвами, Джанет Хатун. Увидел вас.
Доверяю Ясамин тебе, Хиджран Калфа. Выделите ей комнату. Отведите в хамам. Приведите ее в порядок. Закажите ей новое платье. Как прикажете, госпожа. Наслаждайся последними спокойными днями, Ясамин. Ведь совсем скоро разразится буря. Ты либо выполнишь свое задание, либо тебе придется умереть. Я готова, госпожа. Я покорюсь судьбе. Госпожа, ваш супруг спрашивал о вас. Где он сейчас? В ваших покоях. Ожидает вас. Матушка. Где ты был в праздничный утро, Осман? Я был с Лалой Амером Эфенди. Не заметил, как пролетело время, простите. Я не огорчу вас, иншалла. Разве ты можешь меня огорчить, мой лев?